Бюджетники Хакасии будут получать заработную плату через карту МИР. Планируется, что национальная платежная система заработает с 1 июля. Такой срок устанавливает законопроект, который сейчас рассматривают в Госдуме. К этому моменту все банки должны обеспечить возможность обслуживания карт МИР через свои банкоматы. С июля национальные карты начнут получать новые работники бюджетных организаций и пенсионеры, которые вышли на пенсию с 1 июля. У действующих бюджетников будет год, чтобы заменить карты международных систем на МИР. Полностью завершить процесс перехода планируется к июлю 2020 года. Держатели российских карт смогут совершать по ним все привычные операции. На сегодняшний день более 90% банков, которые представлены на территории республики, принимают карты МИР. 600 банкоматов и более 4000 торговых терминалов принимают карты МИР. Список банков, которые являются участниками национальной системы платежных карт МИР, можно получить на сайте мир онлайн.ру.